Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим аккумулятор на iPhone 5S. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Открутили. Теперь медиатор. Отщелкиваем экран с нижней части телефона. Отщелкнули, немного приоткрываем, снимаем защиту кнопки Home и отщелкиваем шлейф кнопки Home. Теперь необходимо открутить два винта металлической защиты аккумулятора. Первый и второй. Теперь снимаем металлическую пластину. Сняли, отщелкиваем аккумулятор и вынимаем сам аккумулятор. Вынули. Берем новый аккумулятор и устанавливаем новый аккумулятор в корпус. Установили. Закручиваем металлическую пластину. На два винтика. Первый и второй. Прикрутили. Теперь необходимо подключить кнопку Home. Делаем это аккуратно. Подключаем. И устанавливаем металлическую защиту кнопки Home. Установили. Теперь необходимо защелкнуть экран. Вначале это делается в верхней части корпуса, вставляется в пазики. Надавливать сверху часть и защелкивать экран. Теперь необходимо закрутить два нижних винтика. Первый и второй. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.